Для приготовления салата дружбы нам понадобится филе куриных бедер 800 грамм, сладкий перец 2 штуки, консервированная кукуруза 1 банка, морковь 1 штука, майонез 100 грамм, 2 зубчика чеснока, сухари, соль 1 чайная ложка, 2 столовых ложки растительного масла. Нарезаем филе куриных бедер соломкой. Обжариваем мясо на растительном масле до готовности. Морковь натираем на крупной терке. Сладкий перец очищаем от плодоножки и семян. Нарезаем соломкой. В большую емкость перекладываем морковь, перец, добавляем кукурузу, обжаренное мясо, добавляем натертый на мелкой терке чеснок. Солим, все тщательно перемешиваем. Добавляем майонез. И еще раз все перемешиваем. Выкладываем салат в салатник или порционную тарелку. Посыпаем сухарями. Приятного аппетита!